Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в King's Bounty Темная сторона. В прошлой серии нам удалось захватить жену владельца таверны, который отказался нам помогать. И мы надеемся тем самым его пошантажировать. Мы все-таки темные, нам можно, а что нет? Кто нам запретит в самом деле? Опять ты, Демонесса, путешественница, что тебе от меня нужно на этот раз? Я взяла в заложники. Так, ну вот, значит так. В общем, заложница у нас и все такое. Ну, мы угрожаем, что он никогда не увидит свою милую, если позовет стражу. Ага, ну по-прежнему угрожаем. Он все что-то не хочет никак нам помогать. Так, мы заставляем выполнять его приказы, а он говорит, что да, рисковать не хочет. И узнаем ситуацию в Портленде на сегодня. Угу, и тут есть черный дракон, за которого есть награда. И вызнаем нужную нам информацию, чтобы выполнить, собственно, наше задание. Самым счастливым он говорит, что был он сам, пока в Портленде не появилась ты, мадемуазель Ниалина. Самая верная моя жена Филин, она абсолютно верна мне. Самая светлая и благочестивая на острове, послушница обители непорочного света по имени Люсия. Это все знают. И хорошо. И мы жену оставляем у себя, чтобы гарантировать его, естественно, послушание. И отправляемся. Отправляемся выяснять дальше, что мы можем сделать. Так, и у нас там захватить Портленд. Посетить королевский замок и познакомиться с драконом. Интересно, где тут дракон? Там... Ну, во всяком случае, я видел, где королевский замок. Так, враг. Давайте пополним войско наше. Ну, враг, иди сюда. В самом деле. С драконом стоит поздороваться определенно. И вроде не особо опасная опасность. Такая тавтология. Маны у меня хватает. Давайте в самом деле чуть-чуть поубиваем жрецов света. Тут у нас две ловушки, помним о них. Не забываем, подводим поближе собачек. Так, мой стрелок, еще один. Давай вот этих лучников, а то они что-то совсем там стоят, зажрались. И кого-нибудь на помощь призываем. О, отлично, еще жрицы. А, это не жрица или жрица это? Кто вы? Демонесса. Отлично. Отличный выбор. И он еще раз ходит. Ну, ни к чему. Так, мимо ловушек. Да, ну. Ловушки стоят гениально. Так, чтобы ни один враг в них не попал. 3. Я думал, где-то 5. Это было бы здорово. И тут мы можем атаковать через одну клетку. Банзай. И тоже по минимуму урон прошел. О, некростая 15. Фак. 5. А так? Тоже 5. А нет, я с этим навыком и атаковал. Хорошо. Давайте еще раз по лучникам.
Я хочу некростаю все-таки опробировать. Иди в атаку. Демон. И не разбредайтесь. Вы должны стоять на одной линии. Вот, молодцы. Давайте в одну линию бодренько так выстраиваемся. Я вас буду атаковать. Оу, собак. Собак прессуют. Некростая. Да, отлично. Жрецы. 2, 5. Неплохой в целом урон. 1, 3. Хороший выбор. Так, чуток подойдем, чтоб если что атаковать. Ты уже иди в рукопашку. Да. Определенное время. И что-то они у вас по минимуму атакуют, что меня не радует. Так, поближе тоже, чтоб издали бить. Ты у нас сразу двух. Да, красавчик. Собака. А ты дорогу перекрыл. Ну ничего, мы все равно добегаем демоном до лучников. И лучники получают. Жрецы света что-то вообще... Ага, нашли кого атаковать. Импов моих. Да, они им покой явно не дают. Ну ладно. У меня зарядилось. Я могу тогда удар орков сделать. И он никому из вас не понравится. Ну, наверное, вам больше всех, жрецы. Падающий меч с такой высоты, это должно быть больно. Так, ну, этого мы, естественно, убиваем. Как бы все логично. Убиваем двух послушников вот этих. А, все погибли. Это вообще замечательно. Собаки. Блин, тут эта долбанная ловушка. Вот сейчас ты не кстати здесь. Вот вообще. Атакуем лучников. Лучники отбегают, стреляют. А, собак. Что ж не в импов. Прям разрыв шаблона. На старые раны. Ну, давайте уже убиваем их. В самом деле. Демонески. Не, не дошли. Действительно, зачем? Пофиг, на ложку тебя пентаграмму. Встал там. И все. Шито-крыто. 4 собачки только погибло. Не особо большие потери. И мы можем прокачать. Время жизни 3. Ярость 14. Ревность прокачать. Некростаю еще прокачивать. Или ревность качнуть немножко. Давайте немножко ревность качнем. Так, отличный знак, орден. Боевой маг. Это что дает мне? Сила разума дарует преобладание в битве. Плюс 3% восстановления маны на глобальной карте. Это хорошо. Я не против. Давайте ману. А, мы не можем. Не можем, к сожалению, восстановить. Но мы можем подойти сюда. Так, ага. Ты не пустишь наш. Не пустишь, так не пустишь. Чё кричать? Мы тогда сходим, поищем дракона. И вообще осмотримся, что здесь да как. Можно где чего урвать. Ничего нельзя урвать. Так, маячок. Ну давайте пока с этим пареньком поговорим. Ты кто? А, Джим. Мальчик выглядит всерьез напуганным. Здравствуйте, леди, меня зовут Джим. Вы не заметили ничего необычного или угрожающего? Большой страшный корабль не заходил в гавань? Меня зовут не Алина. Тебе нужна помощь? Вынужден признаться, леди, что я очень боюсь пиратов. Они постоянно угрожают мне, запугивают мою мамашу, даже обещают сжечь трактир. Это совершенно невыносимо, честное слово. Так, пираты? Тебе угрожают пираты? Да, особенно этот ужасный черный кот. Если бы вы могли угомонить этого пирата, я бы дал бы... Я бы был всю жизнь благодарен вам, леди Неолина. Да, конечно, поможем, Джим, нам же, чё же. Главное, чтоб ты улыбался. Действительно. Почему нет?
Открыли еще кусочек карты. Угу. И на маяк. Так, журнал. Черный кот. А, надо еще узнать место, ну, это, местоположение его, наверное. Ну ладно, может быть, на маяке тусит. Луис Бернар. Что он продает? Морской дьявол. Хм-хм. Снаряжение, рыбацкая сеть. А магия. Природный зов. Неинтересно. Ну, существа, может быть, было бы интересно. Но, но. Демонов я что-то не хочу пока выкидывать. Ладно, запомним. Ну, атакуй. Я так, других вариантов-то не вижу в данной ситуации. Получи. Так, ну давайте жрицы сюда, конечно. Собак сразу тоже подводим. Эти. Атакуйте опять этих. Все же по-честному. Демоны. Демоны тоже вперед. Призыв. Помощи какой-никакой. Где бы еще демонов найти, а? Я бы был только за... У них бодренький урон и все дела. Получи, что ли? Мадина 5 осталось. Не так много. Но больше, чем хотелось бы. И давайте тогда воспользуемся некростай. Ирена стала 16 стоить. Вокруг. Так, первым до 6 становится охранником статуи, атакует всех на расстоянии 3 от нее. Хм, понятно. Круче стало, да? Ну, это логично. Давайте так попробуем. Неплохо, неплохо. Так, вот ловушка. Давайте попробуем заманить кого-нибудь на ловушку. И мы можем еще, кстати, старые раны наложить. Вот на этого паренька. Пусть пострадает слегонца. А тут в рукопашечку атаковать. В собакопашечку. Или как? Когда собаки эти атакуют, это назвать. А, как ни назови. Это атака. И демоны тоже. Вернее, гордый демон в одиночестве. В одиноком. Атакует один. Так, на ловушку все-таки попалась. Ого! Собаки разошлись-то не на шутку. Так не слабо. Просто троих цветочком расцвели, попадали. Это круто. Ты крут, песик. Ты крут. А, сила орков. Да блин. Больше не на кого. Получи силу орков. И прощай. Хорошо, с этими расправились, ребятками. Одну всю лишь собачку потеряли. Цербера нашего. Что не трагично. Докидываем. Все. Так, тут фигня всякая. Это что, коровы? На лугу, на лугу. На лугу пасутся кто? Коровы. Так, это что еще? Защита. Так, поупражнявшись с чучелом и расколотив его в щепки, вы поняли, что стали лучше защищаться. Защита плюс один. Да, я прям чувствую, как я стал круче значительно. Просто крутота. Сильный. Ты какую-то фигню защищаешь. Немного слабее. Давайте сначала с этим разберемся. Потом, наверное, попробуем все-таки сильного атаковать. Что нам стоит дом построить? Почему бы, собственно, и нет? А, две ловушки. Довольно неплохо они там стоят. И давайте вот этих ухлестывать. Они, правильно, инквизитор света. Инквизиторы света. Так.
Собаки тоже сюда. И по инквизиторам света огонь. Два инквизитора погибли. Шикарно. Стрелков у них нету, поэтому инквизиторов нещадно. Нещадно уничтожаем. Призываем кого-нибудь. Отлично. Воры попали в ловушку. Мне надо 15 единиц ярости, чтобы у меня была некростая нормальная. Чтобы все было вообще отлично. Так, подходим. Атакуем через клетку. 3. Почему-то я не сомневался. Как знал. Ну-ка еще разок. Отлично. И используем некростаю. О, только одного? Того не зацепил. Ну жесть. Просчитался. Надо смотреть внимательнее, какие клетки он задевает, чтобы ориентироваться лучше. Ой, лечит он там все. Ну как не угомониться? Промах, промах. Ребятки косые. Молния. А на зачем молнию тратить в самом деле? Если мы почти одолели этих врагов. Иди сюда. Так, ты ни до кого не дотягиваешься, так даже не интересно. Зато у нас есть удар орков. Получи, вражина. Свирепую силу орчу почувствуй. Я думаю, он почувствовал. Наверняка почувствовал. Этот там все шаманит. Это цветы ростит. Инквизитор света. Ты в самом деле нарываешься. Нарываешься на проблемы. Так, этих я не хочу использовать. Вот эту хочу. Почему нет? Это потому что промах. Все же логично. Все логично до безобразия. Опять промах. Ну что ты будешь делать? Давай демон со своей все поясняющей секирой, которая вносит сразу ясность. Любой диспут. Пару ударов и ясность внесена, как правило. Поэтому да. Старые раны. Погибнешь от них, нет? Или демон дотянется? По-моему, демон не дотянется. А, дотянулся. Пора, инквизитор, покидать этот мир. Уровень. Давайте посмотрим, что мы сможем прокачать. У нас и лидерство. Так, боевая алхимия. Круто, конечно. Горючие, ядовитые и замораживающие зелья станут хорошим подспорьем в любом бою. Плюс 10 урона горением, отравлением и заморозкой. Отлично. Собак мы накидываем, их стало еще больше. Жриц крови тоже. И пойдемте вот на это мегасильное войско. Для этого мы, конечно же, сохранимся. А, посмотри, кстати, быстрый сейф здесь есть. Мне, как правило, хватает автосохранения. Но, быть может, стоит пользоваться. И что мы можем? Давайте посмотрим. Так, рыцарь. Это у нас охотник на ведьм. Инквизиторы. Нет, инквизиторов я профессионально не люблю. Нафиг. 14. Хорошо, 14. Собак подводим. Вот так. Некростая. Давай вот так вот некростая запустим, черныш. Да, неплохо. Так, собачки, пока подугомонитесь. Шикарно. Инквизиторов мы коцаем. Это здорово. Призываем подмогу. Она же отвлекающая подмога.
И это одна собака. Это, конечно, так себе течет. О, рыцарь налетел сходу. Красавчик. Инквизиторы страдают дальше. Давайте еще молния. Подходим сюда. Собаки. Блок. А тут выстрелим, пожалуй, вот в этих лучников. Так, одна собачка выперлась. Какая молодец. А, давайте этих подзадамажим. У нас еще рыцари 8 штук. Это тоже проблема. Хорошо, я хочу, чтобы эти парни на ловушку нарвались. Ага. Так, собаки все испортили, да? Призванные мной уже. Ну ок. Нет, так нет. А нет, сюда нет, как говорят. Два, два. Потихоньку убиваем всех, кого можем. Так, чуток со спины подойдем, чтобы атаковать. Относительно безопасно было. Так, сюда отходим. А, у меня ходов не хватает, чтобы еще и атаковать. Это очень плохо. Подводим ближе опять же этих имбов. А демон бей вот этих. Скоро еще рыцари подойдут. О! Хоть кто-то вляпался в ловушку. И это не я. Это уже радует. Оу-оу. Так. Тейк. Ага. Удар орков. Давай-ка лучников накажем. Нечто там издали стоять стрелять. Это читер, но страдать за такие дела. И моя... Что на тебя наложено? Жрица крови. Опять какой-то фигней страдает. Давай старые раны наложим. Хоть что-то, все равно походишь и ничего не сделаешь. А это не есть весьма круто. Так, сразу. Ну и там промах техничный. Такой профессиональный промах. Так, а одного даже не убили пока что. Ну, ладно. Нет, так нет, на нет, сюда нет. Так, надо убрать единицу стратегическую. Справились. И бандиты. Бандиты тоже лютуют, бегают. Что-то кипишут. Кипишуют. Лечат. Лечат, лечат. Так, давайте ярость поднаберем. И сделаем, наверное, непростая. Так сильно дофига. Ладно, пока обойдемся без этих понтов. Давай сюда, атакуй. Ну что-то вообще слабенько. Давай разбойников убивать тоже. Как-то стремиться. Этих пробуем. И еще пробуем. Ага, собаки. Собаки не промах, в принципе. О, наконец-то демона убили. Ну ладно. Мы знаем, кого наймем взамен демонов. Наймем у прикольных существ, определенно. И давай прочувствую удар орков хотя бы. Надеюсь, ты проникся. В достаточной степени. Что у нас еще с тылу? У меня же магии нет. Все супер. Каменная кожа, смещение времени. Ядовитый череп. Нет, я такую магию не хочу тратить, на что попало. И зачем я в рукопашку атакую? У меня же там перезарядилось вроде как. Оу, рыцарь. Рыцарь крошит моих жриц крови. Ладненько.
Стреляем. Получим. Собаки. Убиваем тех. Импа у меня ово стрельнуть. Но не убить. А жаль. Хотелось бы уже. Ну и что? Что они предпримут? Опять какие-то клумбу вырастят они в ответ, в отместку, мне скажут. Это они как ее там по первому каналу Фазенду насмотрелись или что? Что это вы клумбу выращиваете? Так, мой имп страдает. Абсолютно точно, я в этом уверен. Хорошо, победили мы это войско. Надеюсь, это было не зря, потому что потери, да, потери есть. Зато я могу вкачать удар орков. И это неплохо. Так, навигационная карта. Вы получили карту новой территории. Теперь для морских путешествий вам доступно новое место. Индельбург. Белая гора, Портланд. Вот, отлично. Чё, я не против. Я ой как не против. Где-то там был маяк. Не тот, что маяк окопян, а тот, что кораблям не дает разбиться в туман там или в бурю. Светит. Светит. Во имя света. Так, покупаем этих ребяток. 115. Они что-то мясо вообще расходное. Ладно, посмотрим хотя бы на них. Если что, за место их там каких-нибудь 5 жриц поставлю и все. Давайте еще на карту посмотрим. Где тут дракон притаился? Вот в чем вопрос. Потому что я хочу пообщаться с этим драконом. Вроде как с ним есть такая возможность пообщаться, то раз дают такую возможность, от чего не отказываться. Так, фонтан радости? Нет. Кстати, уровень мы так и не распределили. Здесь нужен обучение первого уровня. Шикарно. И теперь нам надо здесь 5, 5 и 2. То есть на следующий уровень определенно мы сделаем тактику, которая позволит расставлять войска. Для меня это довольно важно. Я хочу расставлять войска. Это, по крайней мере, весело. Ну и хорошо. Продолжим наше исследование карты в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.